Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами поговорим о Николае Лукашенко, сыне белорусского президента. Лидер Беларуси Александр Лукашенко на днях нанес официальный визит в Поднебесную, но прибыл туда не один, а в сопровождении статного молодого человека. Окружающие не сразу поняли, что это наследник батьки, Николай Лукашенко. Оно и понятно, паренек очень сильно повзрослел и возмужал, дополнительного шарма молодому человеку добавила новая прическа. Фото Николая в строгом деловом костюме разлетелось по сети. Тогда Николай стал объектом восхищения представительниц прекрасного пола. Комплиментов в адрес 14-летнего парнишки просто не счесть. Вот самые яркие из них. Николай Лукашенко сменил прическу. Выглядит отлично. Почему Коля Лукашенко такой красивый? Когда он успел? Почему я это пропустила? Вот это мне особенно понравилось. Коля, напиши мне. Правда, мне почти 15, но любви все возрасты покорны. Он выглядит лучше, чем я когда-то мог и когда-то буду. Рост батьки 188 сантиметров. На фото Коленька его выше. Главный вопрос – какой рост у Коленьки? Кстати, Лукашенко-младшего даже окрестили белорусским принцем Уильямом. Молодой человек не только занимается спортом, но и играет на пианино. Но и это еще не все. Николай также принимает участие в театральных постановках. Что ж, достойная замена растет белорусскому президенту. Вопрос лишь в том, хочет ли сам Коля становиться преемником. Ранее утверждалось, что сын Александра не желает тесно связывать свою жизнь с политикой и тем более становиться президентом. Но батька иного мнения. Как-то он заявил, что в качестве преемника хочет видеть любимого младшего сына. Что ж, так или иначе, Лукашенко пока не собирается покидать пост. Посмотрим, как будут развиваться события дальше.